Профессиональный праздник отмечают российские дипломатические работники. Он был учрежден в 2002 году, но история самой внешнеполитической службы России насчитывает уже не один век. По традиции, сегодня в здании МИДа на Смоленской площади и в российских дипмиссиях за границей пройдут торжественные мероприятия. Своих коллег поздравил министр иностранных дел Сергей Лавров. Он отметил, что сегодня российской дипломатической службе приходится работать в условиях обострения обстановки в мире. Помимо линий большинства стран мира на развитие коллективного взаимоуважительного партнерства, есть и другая линия, которая исходит из старой логики диктата, навязывания своих взглядов, своих ценностей всем остальным, исходит из необходимости доминировать в нашем мире. Эта линия проявляется достаточно негативно в целом в ряде конфликтов. Рассчитываю, что здравый смысл по всем этим вопросам и по другим конфликтным ситуациям и в Африке, и в других частях мира возобладает, и мы все-таки сделаем правильные выводы из уроков прошлого года и будем действовать исключительно на взаимоуважительной, равноправной основе.